Детонатор. Живлення. Є картинка. Готовий. Все, я полетів. И вот если бы мы надеялись на государство, то, так сказать, я не знаю, как бы мы, так сказать, зачем нам нужна эта мастерская, когда дронов нету. Ну, смотрите, я правильно вас понимаю, что если бы люди не помогали деньгами на дроны, то это что, была бы проблема? Это катастрофа была бы. Не проблема, это была бы тотальная катастрофа. Потому что наше подразделение, которое самое результативное во всей 47-й бригаде, вот, которое больше всего уничтожает и там живой силы, и танков, и так далее. Вот. Мы самое эффективное, самое модерновое. Мы была рота БПЛА. Сейчас мы, нас сделали батальон, который состоит из двух рот и вспомогательных подразделений. Вот я же говорю, если бы мы не получали помощь от людей, от фондов, от людей, от бизнеса там и так далее, это была бы тотальная катастрофа. Нашей бригады, возможно, вообще бы не существовало. А у вас есть ответ, почему вот сегодня, через два года, уже больше, вот так произошло и такое происходит? Есть, конечно же. Потому что это наше чиновничество такое. Вот. Потому что частные, ну вот есть, чиновники, это колхоз. Понимаете, неэффективный колхоз. И частники, это фермеры. Вот сравните, в Советском Союзе колхоз и там, я не знаю, американских фермеров. Вот это примерно сравнение эффективности. Дело все в том, что если бы нас полностью бы снабжало государство дронами, то это тоже была бы катастрофа, потому что я боюсь, что качество этих дронов было бы чрезвычайно низкое. Нас бы мучили отчетами за каждый использованный и дрон «Камикадзе», и разведывательные дроны, вот «Мавики» конкретно, при помощи которого работает дрон «Камикадзе», это все тоже не государственные дроны. То есть мы их используем так, как мы их теряем постоянно. РЭП, сбитие из стрелкового оружия там и так далее. То есть я не представляю себе, как бы мы это все, это, представьте себе, вызвать этого самого, фермера американского и спросить, вот как ты будешь жить без колхоза? Он говорит, а я не знаю, мне эти колхозы, так сказать, по барабану. Я вот, у меня трактор, вот сеялка, комбайн, там, Джон Дир. Ну, все-таки, насколько я понимаю, может быть, по украинским меркам вы не очень известный человек, но, по крайней мере, в Ютубе, и, вы человек, которому, наверное, должны прислушиваться. Как вот вы же все-таки военнослужащий, армия все-таки государственная, да. У вас есть вышестоящее руководство, вы что-то, вы доносите, вы спрашиваете, а где, почему, как воевать, то есть вам что-то же говорят, наверное, на это? Чиновники говорят, они говорят, что все в порядке, планы, все идет, у них там же есть какая-то, документы там, у них по бумажкам все в порядке. Я вам больше того скажу, смотрите, ведь это же счастье оказалось для нашего подразделения, вот я сейчас безо всякого говорю, хотя, так сказать, может быть, нескромно, что у нас, у нашей роты, потому что это только недавно мы стали батальоном, вот я блогер, и у нас наш YouTube-канал. Мы на эти деньги именно построили мастерскую, ее нету в штате. Я не могу сделать запрос в Минобороны, мне нужен прибор, такой осциллограф, такой прибор, такой-сякой, вот паяльники, столы, оборудование, 3D-принтеры, новые современные качественные 3D-принтеры.
Ну, вот реальность такая. Вот я могу делать... Вот есть слова, есть дела. Я стараюсь, вот, так сказать, слова подкреплять и своим личным примером, и делами. Ну, получается, что, на голом энтузиазме? Да, к сожалению, да. Ну, практически. Государство хорошо. Нам платит зарплату, обеспечивает там формой, хотя во многом мы сами покупаем более удобную форму, ту, которая нам подходит. Мы получаем зарплату, вот я получаю официальную зарплату, очень по украинским меркам, очень высокую, хорошую зарплату. Вот это самое. Вот. Государство нас обеспечивает там в каком-то частично автомобильным транспортом, заправкой, хотя, так сказать, качество дизеля, скажем так, оставляет желать лучшего. Какими-то там, ну это ж государство фактически, государство, ну вся структура вот нашей бригады 47-й, это же, ну как, все же государственное. Вот. Но именно вот такие, скажем так, не классические вещи, которые, ну вот прямо сейчас родились, FPV-дроны. Если мы будем ждать этого от государства, то все, нас не будет существовать, нас всех перебьют. Ранят, убьют, разгонят. Тогда возникает вопрос. Ну, если такая, ну, условно, глухая стена этого колхоза, ну, где брать мотивацию? Руки не опускаются, когда вот с этим сталкиваешься? Ради чего это все? Если я так думаю, вы, наверное, зарплату свою приносите к вам в бригаду и тратите там на те же паяльники, на те же мелочи какие-то. Ну, от этого руки опускаются, когда ну, такое отношение, такая ситуация. Я вам хочу сказать наоборот. Дело все в том, что... Вот смотрите, я разработал, ну извините за, так сказать, саморекламу, я разработал плату устройства для управления боеприпасами. Чрезвычайно эффективная, чрезвычайно, самое главное, безопасная плата электронная. Вот. Она сейчас уже выпущена, ну скажем так, вот в районе 10 тысяч штук. И мы сейчас новое поколение этих плат, мы должны их выпускать уже многие десятки, сотни тысяч штук. Это не сделал ни один научно-исследовательский институт. Вот именно такая простая, рабочая, дешевая, эффективная плата. Потому что ну, у них свои планы, свои задачи, свои какие-то представления о том, что нужно делать. И вот именно, так сказать, когда мы видим, что пехота врага не доходит до нашей пехоты, уничтожается FPV-дронами, когда мы видим то, что мы делаем, это защищает людей. То есть защита от колхоза – это фермеры. Когда колхоз не дорабатывает... Там, я не знаю, у него гниет зерно даже то, что, так сказать, на что выделены деньги. Портятся комбайны, там льется на землю солярка. Ну, я образно так говорю. Вот. Когда этот самый председатель колхоза вместе с агрономом думают не о том, как, так сказать, чтобы урожаи были, а о том, чтобы на бумагах было все хорошо, а им какие-то коррупционные деньги пошли. То именно спасение в фермерах. Мы не можем сейчас, так сказать, рассчитывать на то, что председатель колхоза вдруг схватится за голову и скажет, все, я бухать перестаю, я перестаю, так сказать, разворовывать деньги, я перестаю там закапывать деньги там в дороги, в благоустройство, там в клумбы и так далее. Дело все в том, что это очень болезненные темы. Темы коррупции – это очень болезненные темы. И вот можно постоянно одно и то же чесать это место, что яйца за 17 и так далее. И постоянно это повторять, и находить новые виды коррупции. А другое дело – это делать что-то.
вот действительно что-то делать, чем-то помогать, так сказать, это самое. И пусть общество, ведь я безумный фанат гражданского общества. Это то, что отличает нас от совка. Гражданское общество. Не тогда, когда мне, я не знаю, не понимающий, о чем речь идет чиновник, со своими представлениями о прекрасном, говорит, что мне нужно делать, руководит мной. А когда это вот я, и вот недалеко от меня экипажи, солдаты, сержанты, офицеры пользуются этими устройствами, они мне тут же говорят, вот оно что. Ведь смотрите, ну представим себе даже какой-то военный завод. Ведь там же все обезличено. Вот рабочий делает, ну условно точит снаряд. Да он видит этого солдата, который будет пользоваться этим снарядом. А тут вот он рядом, он живет со мной. Мы кушаем вместе. В туалет, извините меня, ходим вместе. Ну по очереди, но все равно в один и тот же туалет. Если я где-то что-то плохое сделаю, как я ему буду в глаза смотреть? Извини, братишка, я это самое, там, я не знаю, думал не о тебе, а там, я не знаю, о деньгах, которые можно распилить. Вот где мотивация. То есть, очень важная тема. Это как, так сказать, ну, бороться с депрессией, с грустными мыслями, с, я не знаю, с вот этой вот чернухой, которая есть. Вот я, вот вы говорили о том, что, ну, так сказать, вот у меня крепкая нервная система. Я вам объясню, я такой же, как все. Я также остро реагирую, также волнуюсь. Вот сейчас нисколько я не играю этим. Я также точно остро воспринимаю коррупцию, какую-то бездарность. Там, я не знаю, желание распилить деньги, желание каким-то, какой-то роскоши совершенно не, ну, как бы неуместной, так сказать, какому-то гламуру и так далее. Это все ерунда. На самом деле, ну как мне кажется, особенно когда этим хвастается чиновник, не предприниматель, который зарабатывает деньги, а чиновник, я не знаю, там какой-то прокурор, там судья и так далее, который в жизни его зарплаты не хватит на, так сказать, десятую часть тех, всех активов, которые, так сказать, которыми он владеет. А по бумагам все замечательно, и к нему не подкопаешься. Это к тому, что потом обязательно нужно, чтобы каждый человек мог доказать, что у него вот эти вот доходы имеют, так сказать, белое происхождение. Чтобы не было тещи с пятиэтажным жилым домом, с бассейном там и так далее, когда это все прекрасно знают, что это теща там, ну, условного прокурора, судьи, какого-то чиновника, который воровал и хвастается этим богатством, этими автомобилями своими там, совершенно шикарными, не практичными, а просто вот потому, что ему надо показать вот это цыганщина, в плохом смысле слова, наворованное богатство вот это. Вот о чем идет речь. То есть они закапывают деньги в то, что не нужно, ну, в клумбы условные. А потом хвастаются вот этими ягуарами и там прочими там, я не знаю, там лексусами. Ну, я условно говорю. Вот. Так вот, как, где находить мотивацию, как, так сказать, выживать в этом мире? Прежде всего, не надо закапываться в чернуху. Не надо постоянно чесать одно и то же место. Если вы доверяете какому-то спикеру, какому-то, так сказать, деятелю, какому-то человеку, смотрите не то даже, что он говорит. Какие бы там, там, я не знаю, сладкие, привлекательные слова у него были. А смотрите на его дела. Потому что можно
чрезвычайно лицемерно провозглашать что-то одно, а делать, показывать своим примером что-то совершенно другое. Нельзя папе говорить: дети, сыночка, не пей, пожалуйста, водки, при этом держа рюмку и, так сказать, смакуя эту водку. Ну, я так очень примерно говорю. И говорит: не пей, не пей, это плохо. Это лицемерие. И это делается вот так. Вот. Не надо чесать постоянно одно и то же. Мы все прекрасно знаем про эти случаи коррупции. Есть действительно журналисты-расследователи, которые в Украине, которые это все показывают. А есть чесатели, расчесыватели, так сказать, своей пастве, которые чешут одно и то же место, а это совершенно не приводит ни к каким позитивным вещам. Кроме вот этого ужаса. Вот раньше там, я не знаю, люди смотрели фильмы ужасов, а сейчас они рассказывают друг другу, какой ужас, ужас, кошмар, кошмар. Вот как-то так. Хорошо. Дела. Помогайте другим людям. Помогайте информационно. Помогайте, следите за... Находите что-то хорошее. Смотрите за самыми лучшими нашими подразделениями. Не выбирайте, смотрите на, так сказать, спикеров, которые только плохо, черное. На самом деле жизнь гораздо многообразнее. Не надо, да, не надо сидеть в теплой ванне, но что-то делать, помогать людям. Нет возможности материально, можно помогать информационно. Очень тонко, если есть возможность. Очень выдержанно, очень сдержанно. Следите за работой наших самых лучших подразделений, за работой тех людей, которые что-то делают. Поддерживайте их информационно. Ну, как-то так. Ну, да, знаете, о чем сейчас подумал? Вот все, что вы говорите, это мотивация. И это мотивация для того, чтобы все-таки скрыть или заглушить чувство несправедливости. Ну, я так думаю, оно есть. И даже если вы сейчас вот этими вещами это чувство приглушили, и, наверное, правильно, сейчас не время поддаваться эмоциям, но я боюсь, что... И вы же не один такой, наверняка много таких людей, военных. Я боюсь, что когда все это закончится, и эти люди вернутся, и вы в том числе, и вот это чувство несправедливости, и вот эти слова, которые очень часто после войн звучат, ты тут, значит, в тылу подъедался, пока я воевал в окопах. И когда люди вернутся, и вот это все, что вы говорите, оно может выплеснуться и достаточно сильно. Когда и все потом вспомнят, вот сегодняшние дни все вспомнят, когда деньги надо было собирать, когда все надо было просить, когда глухая стена, колхоз, это же все потом вспомнится, я думаю. И будут, наверное, проблемы с этим. Так смотрите, обратите внимание, если наши военнослужащие, это я снял очки, потому что они не настоящие, тут стекол нету. Я же с вами разговариваю, то есть я одеваю это, просто использую как аксессуар. Ну, так сказать, я сейчас, так сказать, увидел, что я же правду хочу на самом деле говорить. Смотрите, если, когда закончится война, и когда вернутся военнослужащие к мирной жизни, когда они будут помнить, что эти люди, это гражданское общество, что люди им помогали, вот, то, так сказать, этот гнев будет направлен не против народа, не против нашей страны, а совершенно законный, совершенно, так сказать, неприятие должно быть направлено против коррупции чиновников, конкретных, так сказать, чиновников, которые, так сказать, это все делали. Да, я понимаю, что, так сказать, там будет эта защита, и кто-то убежит за рубеж, вот, со своими, так сказать, наворованными деньгами. Но тем не менее, обратите внимание, как важно то, что мы делаем. Когда, если мы действительно вот нашей деятельностью спасаем жизни людей,
защищаем психику, хотя бы в какой-то мере пехотинца защищаем от, так сказать, от огня противника, от того, что в его, чтобы в его окоп не кинулись вражеская пехота и не перестреляла их всех, просто не дошла до окопов. Для этого поднимаются дроны. И я надеюсь, что то, что мы делаем, это поможет, так сказать, вот, что эти солдаты, вернувшиеся с войны, а очень многие, это будет очень большая проблема, очень многие себя не будут находить в мирной жизни. Это я себя найду, потому что я очень люблю радиоэлектронику, я, если что, буду или преподавать, или там, так сказать, в Ютубе что-то выкладывать, делать и так далее. То есть у меня нет проблем с тем, что, чем мне заниматься. Заниматься там самообразованием, рассказывать людям те интересные вещи, которые я найду. А нам очень важно, чтобы эти люди помнили, так сказать, вот то, как их поддерживал простой народ. А задача врага – это нас демотивировать и сказать нам: ничего не делайте, все разворовали, все украли, все закопали, все плохо, не делайте ничего, бегите. Бегите с линии фронта, бегите там через Тису и так далее. И постоянно одно и то же чесать. Вот тот же Толя Шарий. Что идет красной линией через все? Ничего не делайте, не сопротивляйтесь злу. В чем дьявольщина вот этой вот ГБшной гадости? Что не сопротивляйтесь злу. И тогда дьявол, так сказать, одержит верх. Вот эта гибня победит. Не сопротивляйтесь злу. Это вас не касается. Так сказать, будьте в состоянии уныния, с расчесанными постоянно местами, связанными с коррупцией, там, с каким-то мерзостью, с насилием там, и так далее. Не сопротивляйтесь. Это мечта оккупантов-агрессоров. А я говорю о том, что сопротивляйтесь. И вот когда нас демотивируют, к чему? Что, опять же таки, ничего не делайте. Вот не дошарий. Он тоже проповедует у себя красной нитью. Идет то, что не сопротивляйтесь. Все украли, все разворовали и так далее. Просто ну, на свою аудиторию. Шарий это больше на российскую аудиторию. Но надо какой-то, каким-то мерой зацепить и нашу аудиторию. И никакого, так сказать, нету выхода, никакой эффективности нету в том, что люди будут чесать одно и то же место. Мы все прекрасно это знаем. Есть журналисты-расследователи, а есть чесатели одного и того же места. Повторяю постоянно. А вот можно тогда я вас спрошу, ну, с военной точки зрения, ну, все-таки как военного человека, как бы то ни было, ну, сегодня очевидно, что линия фронта более-менее стабилизировалась. И сейчас идет война дронов. То есть обе стороны друг друга убивают, калечат в окопах. Ну, каждый день куча видео на всех каналах. С военной точки зрения, я уже не вижу и не могу даже назвать это войной, ну, как таковой. Есть ли смысл в такой просто истреблять друг друга? С военной точки зрения, есть какой-то в этом, есть будущее у такой войны? Просто так сидеть в окопах и с помощью дронов друг друга уничтожать? Тут очень простой момент. Российская Федерация нападает, а мы защищаемся. У нас нет другого выхода. Мы же защищаемся. Мы же прекрасно понимаем, что мы делаем. Действительно, это безумие войны, конечно же. Но это наша защита, защита наших людей. Я же говорю, что если пехота когда не доходит, ведь смотрите, уже дроны привели к тому, что нет, я очень надеюсь, что в ближайшем будущем не будет массового применения бронетехники. Как можно было окружить Харьков вот сейчас в ходе вот этого вот наступления на Харьков? Это две лавины неостановимые, чрезвычайно
большие массы танков, которые заходят, так сказать, одна западнее Харькова, другая восточнее. Это лавина танков, ее не остановить. И вот оказалось, что уже все, дроны поменяли все, какие-то танки выбили, а те, что остались, они не могут массово применяться. Вот эти вот немецкие танковые клещи, немецкие танковые серпы, Гудериан уже ничего не может. Ведь современная российская военная, так сказать, школа, это же ну, реально то, чему немцы научили во время Второй мировой войны. То, как действовали, например, Халкингол, ну, против японцев, когда Квантунскую армию разрезали танковыми клиньями. А сейчас это невозможно. Мины и эти самые, и дроны. И вот эти вот массово танки, бронетехника не может применяться. И это очень хорошо, что атаки вот эти вот идут разрозненными пехотными, небольшими пехотными подразделениями. И дроны уже гоняются за отдельным пехотинцем. Посмотрите телеграм-канал, так сказать, 47-й бригады и телеграм-канал, вот, так сказать, я сделаю ссылку в описании, телеграм-канал именно нашего подразделения. Телеграм-канал «Третья сила», пожалуйста, регулярно публикует. Вот смотрите, для того, чтобы находить мотивацию, смотрите, как работают самые лучшие наши подразделения. И как это, к чему это приводит на фоне боя. Конечно, обстрелы сейчас Харькова, как, так сказать, влияют на местное население. Вот. Но на самом деле мы защищаемся, и, так сказать, это на самом деле страшно, когда прицельно стреляют по тебе. Вот. Чрезвычайно большой Харьков, не возьмут они его. Нет, ну нагадить Путин же недавно могут. В Китае сказал, что он и не, ну, и не собирались как бы его захватить. Ну, всем очевидно, что это ну, нереально, как бы, невозможно. Дело все в том, что в этой фразе я вижу желание захватить Харьков, но нет такой возможности. Хорошо, спасибо вам. Всего спасибо хорошего. Вам, потому что я поднял очень важные вопросы, как мне кажется.